Советую вам заценить сайтец bets.dota2.net. После закрытия лаунжа это, наверное, один из немногих проектов, где можно нормально ставить на матчи по дотке, причем даже скинами. А специально для подписчиков моего канала, то есть для вас, они подогнали 5 промокодов по 100 рублей. Я их буду втыкать в рандомные моменты этого видоса, так что смотрите внимательно. Вот это вот первый. Всем привет! Это Топ Дота, и на календаре у нас 1 сентября, а значит, многие из вас уже побывали сегодня в школе, успели погрустить и осознали, что играть в Доту теперь придется пореже. Топ Дота вас спасет. Сегодня я покажу вам, как сливать мид прямо в школе и тем самым на изичах закрыть все предметы на твердую двоечку. Собственно, на экране вы сейчас это и наблюдаете. Итак, нам понадобится наш домашний ПК и телефон либо планшет на андроиде. Заходим на этот сайт, ссылка на него будет в описании, скачиваем программу, потом регистрируемся там и переходим к нашему андроиду. Тут нам нужно установить приложение, которое называется Remoter. Собственно, в Play Market можете так и написать, не ошибетесь. Потом авторизуемся и готово. Вы можете нагибать. Из списка игр выбираем Dota 2 и запускаем. Кстати, советую немного побаловаться с настройками управления, а то с непривычки начнете сливать игру, зарейджите, и училка спалит, чем вы там занимаетесь на последней партии. От себя могу сказать, что играть в принципе можно, и чем больше экран вашего девайса, тем удобнее это можно делать. А если подрубить сюда клавиатуру с мышкой, то это будет прямо-таки ПК-гейминг, но вся беспалевность сразу же пропадет. Кстати, все этим же способом можно нагибать не только в дотке, а даже в CSGO, Overwatch, Ведьмаке и вообще во всем, что вам угодно. Главное, чтобы игра была установлена на вашем ПК, и чтобы этот самый ПК ее нормально тянул. Такие дела. Но под конец скажу, чтобы вы сильно не расстраивались из-за ваших школок и универов, не пропадали с канала, но и не вылетали с учебы. А я в свою очередь постараюсь делать для вас видосики даже чаще, чем летом. Удачи!